Всем привет! Сегодня я покажу нечастые находки моих подписчиков, и не только. Вот такой вот, можно сказать, клад древних топоров нашел мой подписчик. Случайно, в лесу, на опушке. Люди, бывают по незнанию, такие находки сдают на металлолом. А чего, цвет нет. А если все сделать правильно, они денег стоят. Ну а можно музей сдать, вам грамоту дадут. Тут решать вам. А такой урожай собрал поисковик на кукурузном поле. Да, находка звенела как кусочек пробки или подобного мусора, фольга, сигарет, что-то подобное. Поисковик, конечно, решил тут же находку потереть, ну посмотреть интересно. Вот присмотритесь, у него это хорошо получается, а? Ага, и я про то, не надо тереть и ендолить находки сразу, когда подняли. Они от таких манипуляций чище не станут, а вот поцарапать поле монеты это запросто. На дорогих находках микроцарапины от абразива могут вам стоить несколько тысяч долларов. Не раз такое видел подписчикам. Я-то понимаю, что очень хочется, но находка пролежала в земле сотни лет, а то и тысячи, и ничего, а вы можете ее покалечить за пару минут. Дома, только дома, под проточной водой, ну для начала. Что нашел поисковик? Ну, кроме пару мешков кукурузы. Да, он это просто не говорит, ну, это между нами, так что никому. Это у нас золотая чешуя. До пандемии стоила очень дорого. Да сколько дорого, что аж страшно. А сейчас просят где-то 3-6 тысяч долларов. Ну, как повезет. Все зависит от состояния и желания владеть. Смотрите, какая красота. Это у нас часы. Старые карманные часы. Мой подписчик нашел у своего дедушки. Если присмотреться, то даже видно клеймо бизона. Вот что не говорите, а есть что-то такое в старинных вещах. Какой-то такой магнетизм. Вот не так держать подобные вещи в руках, как современные. Совсем не так. Пусть, конечно, современные часы могут позвонить и на холодильник, но то не то. Тут смотришь и понимаешь веща. Ну, если очень присмотреться на данные часы, то можно увидеть, что они как бы не в очень хорошем состоянии. Стекла нет, все исцарапано, позолота потерла, стрелка утеряна. А если завести? Прислушаемся. Идут. Вот что значит, делали на совесть. Если все починить, то стоит будет кучу денег, но толковый ремонт тоже будет стоить кучу денег, так что тут решает каждый сам. Знаете, бывает, что приехал на новое место и сразу нашел что-то интересное, а потом целый день все пустую, кукин-квакин, пустые карманы. Так было и у моего подписчика, но в этом случае это не совсем огорчает, что одна находка. Так как находка была просто мечта, да вы верно поняли, это золото. А именно монета Голландии, называется правильно дукат. Весом должна быть 3,5 грамма, ну наша чуток подисхудала, потерлась, но это нормально. Налог сдать это неразумно. Поисковик прислал находку мне. Говорит, я видел, Дима, ты бывает помогаешь подписчикам обменять на деньги разные находки, поможешь? Да легко, я хоть в руках такое подержу. Я поставил находку на Виолете, как всегда, это международная интернет-площадка. Где, наверное, все люди, которые имеют хоть какое-то отношение к коллекционированию, неважно чего, там ведь все есть. Поставил в раздел нумизматика, но это понятно. С большого старта так хотел владелец, там можно выбрать какой старт. И в итоге монета была куплена примерно за 305 долларов. Это в несколько раз больше, чем сдать налог в ломбард. Так что если хотите что-то купить для себя или обменять на деньги, то ссылочку на площадку Виолити оставлю под видео. А вот такие вот две находки подняли в Китае на раскопках гробницы в городском округе Джоукоу в провинции Хэнань. Этим вещам больше, чем 2000 лет. Но одна понятна, как бы короткий бронзовый меч, что-то такое видели. А вот вторая, видали такое? Думаю, немногие. Правильно называется Ге. Угу. Это у нас один из видов колющего, рубящего древкого оружия, которое использовалось в Китае с эпохи династии Шань. Крепилась такая находка к палке, как вы уже поняли, палка была длиной где-то 2-2,5 метра, древко. Наша находка из бронзы, а вот на первых были лезвия, представьте только, из нефрита. Кто забыл, нефрит это камень, с него украшения делают, а тут лезвие оружия, красивое, наверное, было. Вот откуда возникла сама идея такого оружия, ученые точно не знают. Но вот оружие скифов, разве не похоже? Как по мне, тут два варианта. Или просто кто-то придумал для определенных нужд, или подсмотрел. Это нормальная практика в мире оружия. Друзья, дальше больше, подписывайтесь на канал. Если хотите обменять свою находку на деньги и не знаете, как и где это сделать, пишите по ссылочкам снизу.
что-то придумаем. До новых встреч на канале. Пока-пока.